мне одной кажется, что это не план, а... Идиотским? Я уверен, Кварк знает, что делает. На сей раз ты не уйдешь! Виктор Фон Ион проник на Феникс. Нужно уходить с мостика. Огонь распространяется! У меня идея. Ты можешь задействовать систему пожаротушения? Да, но это будет непросто. Энергоядро повреждено. Пришлось перенаправить все питание на основные системы. Можно запустить аварийный генератор, но это придется делать вручную. Как добраться до запасного генератора? Но панель управления дверью в инженерном отсеке закоротила. Подождите, я с ней разберусь. Скорее. Вот тебе и конец, предатель. Я прибыл в инженерный цех. Запусти пару резервных генераторов, чтобы восстановить энергоснабжение. Только вот, чтобы их запустить, тоже нужна энергия. Сообразишь что-нибудь? Предоставь это мне. Я буду прям как мой корабль, пока не найду тебя. Не знаю, сколько еще наша птичка продержится.
Питание 70%. Полная мощность. Хорошо. Теперь второй. Вылетели еще три эскадрильи. Враги на 3, 4 и 11. Не могу стряхнуть. Генератор заработал. Да, отлично! Теперь займемся насосами. Теперь ты попался. Ищу путь, которым можно добраться до зала контроля урона. Насосы там. Не останавливайся! Я именно так и предполагал. Надо было бросить тебя в мусоросжигатель еще тогда, на кварту! Там есть вентиляционные шахты, они должны вести к насосам. Теперь ты попался. Осталось чуть-чуть. Спасибо, Эларис. Я в центре по управлению ЧС. Попробуй перезапустить насосы. Там должна быть консоль. Я с этим разберусь. Ты пока помогай рейнджерам. Я разорву твой драгоценный кораблик на мелкие кусочки! Мы теряем системы одну за другой! Огонь распространяется!
вращающееся устройство, похоже, и есть ключ к тому, чтобы собрать здесь всех роботов. Полная мощность. Класс! Насосы заработали! Переключатель системы пожаротушения на корме. Быстрее туда! Я тебя раздавлю! И скромсаю! Вон он! Двинь по нему! Система пожаротушения активирована. Я сумел пробраться в депланетизатор. Направляюсь к звездолому. Ясно. Будь начеку. Бою готов! Хороший выбор! Швырни врагу в лицо перчатку Рока! Планету мы уничтожаем. Уничтожить его! Мистер Закон несет вам смерть! Патронов нет. Если ты хотел попасть на борт депланетизатора, это можно было и проще устроить. Жаль, только твой визит будет недолгим. Ой, похоже, это новый вид боевого робота. Наверняка это не последний. Thank you.
Внимание, седьмому отряду! Выйдите из пара! До комнаты отдыха на третьей палубе установлена камера! Чего я буду делать? Если я позволю вам играть в карты, гоняются за Рэнчетом и Кланком! Выметайте живо, пока я лично не вышвырнул вас в открытый космос! Класс. Патронов нет. Может, тут где-то есть терминал лазутчика? Так, дверь открылась. Рэтчет, нашел капитана Кварка? Пока нет. Надеюсь, он в порядке. Продолжай поиски. Он должен быть на корабле. Координаты цели депланетизатора выбраны. Цель — Навалис. Всем бойцам! Следуйте туда и уничтожьте его любой ценой! Еще один отряд. Ты же не станешь стрелять в ребенка. Ерунда!
А что, Корн, Королюкс, правда, родом основались? Я не просто украшу ее борту кусочком красивой планеты, но и разрушу. Двойная выгода! Энергия деплонетизатора 75%. Сопротивление довольно сильное, но мы справимся. Значит, вы у меня в офисе. Молодцы. Но скоро ваше приключение закончится. Видимо, эти планеты Дрэк собирается уничтожить. Этого быть не должно. Для нас новый мир, а потом еще один. И еще. Только представь, десятки населенных Ларгами планет, сотворенных не природой, а моей компанией. На обломках вашей галактики мы возведем целую империю. При этом, очевидно, многие вынуждены будут расстаться со своим домом или даже жизнью. Но в таком деле без жертв не обойтись. У этого Дрэка рот вообще закрывается? Ха, наши лазеры вас дальше просто не пропустят! Снова роботы! Убейте этого лорда!
сделаю из него что-нибудь полезное. Может, Стэмблер? Я через всех шумогенераторов, которые помогают нам дышать. Сейчас энергия депланетизатора 95%. Идем, мы почти у мостика. Хочешь быть крутым? Улучши свою перчатку Рока. Я б на твоем месте точно это купил. Хорошее оружие, а стало отличное. Направляется к терминалу звездового. Остановите его. Малыш, ну, ёлки-палки, сколько же здесь танков? Мистер Закон несет вам смерть. Председателя Дрека. Рэтчет, выведи его из строя! Не подпускай его к терминалу звездолома! Патронов. Нет.
Уже танков. Рада тебя видеть, Рэтчет. Спасибо, Иларис. Какие новости? Я расшифровала файлы Нефариуса из Дрэк Индастрис. Умбрис. Его следующая цель. Ядро Умбриса состоит из чистого тетрагена. Если его взорвать, разразится катастрофа. Согласно звездному календарю Соланы, сегодня ночью состоится парад всех планет в системе. Если Умбрис взорвется, взрыв накроет всю систему. Доктор Нефариус просто использовал Дрэка. Он хочет уничтожить систему на глазах у рейнджеров. У меня есть план, как уничтожить деплонетизатор, но на сей раз нам лучше избрать скрытный подход. Для начала нужно кое-что раздобыть. Отправляйтесь в штаб-квартиру Гаджетрона на Калиба 3 и ждите моих указаний. Может, такой прибор мы сможем добыть в штабе Гаджетрона?